Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Huawei L31 P9 Lite. Сейчас я покажу вам, как на этом телефоне забросить свой Google аккаунт так, чтобы можно было зайти и пользоваться нормальным телефоном. Вот мы на режиме, вернее, на шаге, скажем так, настройки телефона, и мы не можем пройти дальше, потому что он требует у нас пароль от Wi-Fi. Итак, что вам нужно сделать? Вам нужно опять вернуться на главную страничку. Вы подключились там к Wi-Fi, да, вы пришли дальше, подключились к сети Wi-Fi, перезагружаете телефон, нажимая на кнопку питания, удерживаете, нажимаете перезагрузить, и вы опять появляетесь на этой страничке. Выбираете русский язык. А, да, самое важное, у вас в телефон должна быть вставлена сим-карта. Выбираете русский язык и нажимаете «Экстренный вызов». Здесь пишите «звездочка-решетка-звездочка-решетка», «61-30», «решетка-звездочка-решетка-звездочка». У вас появляется следующее окошко. Нажимаете «Информация о телефоне», «SIM-1». После этого в правом верхнем углу нажимаете на троеточие и нажимаете «Просмотреть адресную книгу SIM-карт». Теперь в левом верхнем углу мы нажимаем на кнопочку «Назад». Нажимаем на кнопку «Новый контакт» и добавляем левый контакт в телефон. Просто абсолютно левый, но электронную почту пишем тоже абсолютно левую, но главное ее написать. И нажимаем на галочку в правом верхнем углу экрана. Теперь нажимаем на электронную почту, нажимаем Gmail дважды, и у нас открывается почта. Нажимаем на кнопку «Пропустить». Нажимаем на кнопку «Добавить адрес электронной почты». Нажимаем «Outlook», «Hotmail» или «Live». И здесь вписываем абсолютно любую надпись. Нажимаем на нее и держим. У нас появляется вот такая вот планшечка. Нажимаем на троеточие. И нажимаем «Показывать подсказки». Ждем. Отлично. Мы с вами попали на Huawei L31 Google помощник. Теперь нажимаем кнопочку «Нет». Переключаемся на русский язык путем удерживания пробела, вернее, на английский. Удерживаем пробел и перемещаемся вот так вот пальцем на английский. И вписываем слово «Chrome» через C-C-H-R. Вписываете, у вас открывается Chrome. Отлично, нажимаем там «Продолжить», «Пропустить». Итак, открываем, нажимаем на строку поиска в Chrome и вписываем следующее. Внимание, тут очень будьте... бдительны, внимательны. Пишите download точка, без пробелов, ребят, ни одного пробела, download точка hard reset, это без пробелов, вот нам уже что-то предлагает, hard reset точка info. Теперь не точка, а вот эта вот палочка, слэш, которая называется, и пишите Huawei. Нажимаете «Перейти». Итак, у нас произошло что-то неладное. Интересно, почему? Я написал что-то не так в ссылке. Давайте будем проверять. Я написал download через А. Ребята, простите, пожалуйста. Download пишется через О. Я тупой просто. Нажимаете далее. И все. Вы перешли на наш, скажем так, закрытую часть нашего сервера. Там, куда Google не лазит, он эти странички не индексирует. И наши способы разные не узнает для разблокировки его аккаунта. Теперь нажимаем на вторую надпись. Но она у вас может быть к тому моменту, когда вы смотрите не второй, потому что мы этот список пополняем время от времени. Вот, видите, в 2020 году даже что-то добавлялось. Смотрите, нажимаете на кнопочку hardreset.info short. Шорткат это там полное название, но вы на нее нажимаете. Нажимаете «Обновить разрешение», нажимаете «Разрешить». У вас выплывет окошко, нажимаете «Ок». Оно сейчас скачается, нажимаете «Открыть». Он запрещает его устанавливать. Мы нажимаем «Настройки». Нажимаем «Разрешить установку». Нажимаем «Ок». Выходим назад, возвращаемся сюда. И качаем его еще раз. Нажимаем «Заменить файл». Нажимаем «Открыть». Нажимаем «Установить».
ждем, нажимаем принять. Отлично. Теперь нажимаем кнопку открыть. Здесь в поиске мы вписываем слово Huawei. И нажимаем готово. Находим пункт рабочий экран Huawei, нажимаем на него один раз. Выскочит еще несколько таких. Нажимаем на вторую надпись. То есть, видите, это рабочий экран Huawei первая, вот это вот вторая. Нажимаем на нее. То есть, не так долго, а один раз просто нажимаете на нее. И нажимаете на кнопочку «Просмотреть». Нажимаете «Да». Мы вышли на рабочий стол. Теперь заходите в приложение «Настройки». Затем спускайтесь в самый низ. Нажимаете «Расширенные настройки». Спускаетесь опять немножко вниз, нажимаете «Восстановление и сброс», это последний пункт. Спускаетесь вниз, «Восстановление заводских настроек», самый последний пункт. Сбросить настройки телефона, сбросить настройки телефона. И ждете, пока телефон, скажем так, перезагрузится. Ну что ж, вот и все, телефон полностью сбросился. И теперь, как вы догадываетесь, наверное, пароля уже никакого нет. Вот, теперь вы можете просто настраивать телефон и со сброшенным паролем. По какой причине? Потому что мы, ну вы знаете, если ты делаешь hard reset через recovery, да, он тебе потом требует запрос пароля. Если ты делаешь через настройки телефона, он не требует, потому что, ну, это типа для него это логично. Зачем тебе нужен... Зачем нужно будет потом спрашивать у тебя пароль, если ты делал сброс с уровня системы, чтобы туда зайти, тебе теоретически нужен и так пароль. Ну, в общем-то, как-то так. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.